лечении сорока 8-летней Анастасии Заворотнюк требует постоянного вкладывания больших финансовых ресурсов. Муж актрисы, фигурист Петр Чернышов, не жалеет сил, чтобы обеспечить супруге достойный уход. Семья прекрасной няни подтвердила, что она тяжело больна, однако информацию о ее самочувствии выдает по крупицам. Известно, что актриса продолжает проходить дорогостоящее лечение, а ее муж работает, не покладая рук, чтобы оплачивать счеты из больницы. Чернышов даже в новогодние праздники отказался от отдыха. Об этом рассказала его коллега, фигуристка Алина Загитова. С 29 декабря по 7 января они вместе будут играть в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». К репетициям мы пока не приступили, начнем в декабре. Поэтому пока я готовлюсь только морально. Но работать с Татьяной Навкой — это всегда большая честь и удовольствие. Полный состав участников пока не объявлен, но могу сказать, что точно буду я, Татьяна и Петр Чернышов, рассказала Загитова в интервью КП. За каждый выход на лед муж Анастасии Заворотнюк получает от 100 до 300 тысяч рублей. Фигурист активно работал и летом, тогда он принимал участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила». А недавно спортсмен вместе с Навкой дал несколько спектаклей «Аленький цветочек». Собранные средства с продажи билетов пошли на лечение Заворотнюк. Накануне продюсер Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы улучшилось.